Отслеживание с помощью геолокации местонахождения больных коронавирусом и контактных лиц, именно тех, кто находится в своих домах, в своих квартирах, я считаю нецелесообразным. Потому что если это несознательный гражданин, то он элементарно оставит дома свой мобильный телефон и выйдет. Я не говорю, что он выйдет на тусовку. Он выйдет вынести мусор. Он выйдет купить хлеб. Он выйдет за продуктами первой необходимости. Проблема в том, что эти люди, они считают себя здоровыми физически. Они понимают, что они в полном расцвете сил. И позвонить добровольцам просто неудобно. В этом заключается большая проблема. И, конечно, очень хочется, чтобы мы вернулись в те наши обычные будни, чтобы мы уже вспоминали ограничительные меры, как страшный сон. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.